Greenpeace – это циничная коммерческая организация, которая занимается самым безобразным рэкетом в интересах транснациональных корпораций по их заказу. И это она делала со времен своего основания, продолжает делать это и сейчас. Мы не видели Гринписа ни на Фукусиме, мы не видели Гринписа во время трагедии в Мексиканском заливе. Мы знаем, что очень много аварий происходит в Америке, и на шельфе, и на Аляске. Мы тоже там не видим Гринписа. И, значит, у нас, где все довольно экологически чисто, вдруг этот Гринпис появляется и начинает заявлять о каких-то своих претензиях. Вот, это просто инструмент в руках транснациональных корпораций и политиков. Нужно это очень четко понимать и не поддаваться на вот эту зеленую риторику, которую гринписовцы пытаются применять и с помощью нее обманывать людей. А люди, которые участвовали в этой акции, должны понести самое суровое наказание для того, чтобы другие, подобные им, видели, значит, насколько сурово с ними обошлись, и больше им было неповадно совершать никаких подобных акций против России.